20 участников. 10 бескомпромиссных поединков. Главное событие вечера. Бой за титул чемпиона мира по версии Verdict FC. Муса Мусалаев, Принц и Корнел Западка. Эдмей. Это Вердикт. С такими соперниками, как Корнел, я еще не встречался. Это очень серьезный и очень достойный соперник. Для меня на самом деле очень большая честь встречаться с таким великим бойцом, мастером джиу-джитсу в октагоне. Я хочу поблагодарить компанию «Вердикт», что она сделала мне такой бой. Это честь для любого спортсмена с 37-кратным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Быть просто обладателем черного пояса – это уже серьезно. А стать 7-кратным практически нереально. Я горжусь, что у меня дата 7 встреч. Для меня это великая честь. Every job he takes, he's used and abused by busmen who want him to lick their shoes. In the city, I'm the dog, you're an underdog. That's the way you're gonna stay. I'm the dog, you're an underdog. And that's the way you're gonna stay. Every gun he's met, got him so upset. That's the way you're gonna stay. Underdog, you're an underdog. And that's the way you're gonna stay. Когда будет он говорить, когда будет ему задавать вопросы, снимает все полностью, я возьму это за него. Просто как бы я полностью его ответил. Просто вопросы. Kick into the floor. Then you shut the door. Underdog. A one, two, three, four. I must confess, as it's for the best. I'm the underdog that was in this mess before. Я готов представить тех, кто сегодня с нами здесь и будет говорить об этом турнире. И в первую очередь хотелось бы представить вам участников главного боя вечера. Это Муса Мусалаев, ваши аплодисменты. И Корнел Западка, ваши аплодисменты. Муса Мусалаев, боец из Татарстана, чемпион мира и Европы по версии ММА Бушидо FC в полутяжелом весе, чемпион мира по версии KOK в разделе K1 и кикбоксингу по версии WBKF, посол универсиады 2013 года в Казани. Но Корнел Западка лучший польский грэблер, многократный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, представляющий Бразилию, вот как мне рассказали перед пресс-конференцией, у него даже его именно костюм бойцовский, он в цветах двух флагов, польского и бразильского. Но подробнее он расскажет вам тоже, если будут вопросы на эту тему.
his name. Have some tactics for this fight, for tomorrow fight. He will not tell us what he will do tomorrow, but you're welcome. You'll see everything tomorrow. Mark Rouse, коллега Карнело Западкин, который сейчас будет переводить, помогать нам. Он говорит, что Карнело сказал, что у него есть тактика на бой, но ее он представит, конечно же, завтра. То есть сейчас он все карты раскрывать не будет. Женю, Кузина получит и всех там. Ага. Получается, ты сейчас выбрал тактику больше ударной, да, на ну, конечно, не вырубать надо просто. Его просто надо глушить. Что вы, блин, тут я не понял. Ты красавчик. Да. Ты даже не понял, что мне рубаха маленькая стала сзади. В спортивной школе, Андрей, когда я учился в спортивной школе в Новочебоксарске,
И мне, я туда приехал в 14 лет, проучился на 17 лет. Ну, Юру Спиридон знали вся чуваши. Еще раз не забыли. Будем рады знать вас в Москве. Спасибо, спасибо. Почаще так здесь. Стас Мусалаев на сегодняшний день является самым сильным спортсменом-ударником. Мы вместе с ним занимались, очень много времени провели в совместных тренировках. Именно на эти тренировки помогли мне сегодня работать в кино. Замечательный человек, замечательный спортсмен, замечательный семьянин. Я думаю, завтрашний день покажет, что действительно у нас пришла новая эпоха. Ведение борьбы, физической борьбы, новое искусство, которое принесет нам всю зрелищность, как зрителям. Ну и спортсменам хочется пожелать действительно хорошего боя, чтобы этот бой им принес много тех впечатлений, которые все ожидают. Мне кажется, победа будет.